Добрый день, поважаемые телеглядачи. Я рада снова встретиться с вами. У моим недельным телекафе моя мама. Добрый день, Усим. Добрый день, Маркетова. Добрый день. Давайте разом с вами поглядим, какие подарунки принесли нам спонсоры на нашу телепрограмму. Ой, давайте, худенько, давайте. Так, так. Что там? Вот тут хлеб. Это для вас, Марь Петровна. Ой, какие великие. Это ружовые кораллики так само для вас. Зимяне, какие чудовные пятна. А вот это кветки, это для меня. А вот лист. Для Мары Петровны да и духи. Читайте, читайте. Давайте поглядим. Ой, ой, який пах. Життя, дякую. Ой, який чудовний пах, дякую. Ведайте, Мара Петровна, зараз без спонсоров не зарабіць ніякую телепрограму. Так, Волечка, ніяк. Мара Петровна, ведайте, якая у мене ёсць Мара? Якая? Воля Алексеевна. Я хочу, что? Как мне спонсор презентовал. Что? Автомобиль. Автомобиль, Марь Петровна. Забылися. Волечка Алексеевна. Недавно один спонсор презентовал мне автомобиль. Вы такие маленькие. Я и сказал, что мы разом с вами поедем в Париж. Поехали, бывайте. Але это все жарты. Великая дякую нашим спонсорам, которые допомогли нам зарабить нашу телепередачу. И вам, Волечка Алексеевна. Великая дякую. А мне за что, Марта? Я за что? За то, что так пригожа. За то, что упрыгожила эту студию. Студию. Еще за такие чудовные кветки, что вы принесли с дому. Ой, Ай, Марь Петровна, кветки. Добро, что у ласного мужа еще не пришлось принести ой, в студию. Ой, тихо. А что, Марь Петровна, что дети, вон, он уже тут. Мой муж? Так, спевает. Спевая роман с черговой прихожуни. Побежая под горы, я взглянул на небеса и вспомнил ваши взоры, ваши синие глаза. Хоть я грустно очарован вашей девственной красой, хоть вампиром именован я в губернии Тверской, но колен моих пред вами преклонить я не посмел, и влюбленными мольбами вас тревожить не хотел. Упиваясь неприятно хмелем светской суеты, забуду, вероятно, ваши милые черты. Легкий стан, движение стройность, осторожный разговор. Эту скромную спокойность хитрый смех и хитрый взор. Если же нет, по-прежнему следу ваши мирные края. Через год опять заеду и влюблюсь до ноября. Спасибо, Михаил Михайлович. Чем рад, тем богат. Ой, Марь Петровна, нема счастья у житти. Не хвалюйтесь, Волечка Алексеевна. Вот гэтые духи приворотные. Поспробуйте, и ваш муж вернется. Спробую. Так, еще. А что это здесь у вас за дух такой? Не знаю. Что такое? Что за запах?
Мара Петровна. Так. Отрымалась. Отрымалась. Хотите, чтобы звезда любви сопутствовала вам всю жизнь? Сладковатый, опьяняющий, притягательный запах не оставит равнодушным ни одного мужчину. Поверьте мне. Фармакс и Алюзи – это обворожительные духи. Они ждут вас в магазинах нашего города. Фармак и Алюзи – это лучше, чем Пуазон, и гораздо дешевле. Фармак и Алюзи – это лучший подарок для женщин. Здравствуйте! А вот и ваш сыночек Сереженька. Здравствуйте! Так, ну-ка сядь удобнее в кресло. Так, это кто, твоя мама? Да. Твоя мама. А кто у тебя мама? Она ведущая. Чего ведущая? Колыханки. Колыханки. Как ее зовут? Ну. Тетя Ирена. Мама Ирена. А как тебе дети в садике завидуют, что у тебя такая мама? А? Да. Что они говорят? Ну, что у тебя красивая очень мама. Правда? А они такое не говорят, когда за тобой в садик приходят, что это за тобой пришла Ирена Монтенегро? Они так говорят только в середине дня. Это когда они были еще в средней группе говорили, а сейчас да, уже не сейчас говорят. Сейчас уже забыли. Этот фильм прошел, уже все забыли. Ты свою маму очень любишь. Угу. Правда? Ну вот, тетя Ирена, я даже не знаю, что у вас спросить, потому что я вас знаю так давно. 100 лет? Я думаю, 100 лет. Правда, столько не живут. Я думаю, что самое лучшее, чтобы ваши телезрители, которые вас так часто смотрят на экране, маленькие дети, написали письма на нашей передаче «Воскресное кафе мама», «Моя мама», и задали вам вопросы, какие только хотят. Ну, например, что вы едите на завтрак, Сникерс или Марс? Какого размера вы носите одежду и какого вы роста? Потому что почему-то все думают, что вы очень такая высокая и громоздкая. Просто у нас экран очень увеличивает. Хорошо? Хорошо, договорились. Сережа, тебе мама колыханку на ночь поет? Ну, иногда. Ну, иногда поет. Когда дома бывает, правда? Нет, ну, это когда... Когда я захочу. Когда ты захочешь. А что ты интересно бы еще про свою маму мог сказать, а, детям? Я? Да им же всех так интересно, какая у тебя мама. Я могу сказать про Румынию. Про Румынию? Но про Румынию мы с тобой в следующем сюжете расскажем. А сейчас давай с тобой послушаем колыханку, как поет ее другая тетя. Давай? Давай. Давай.
Ну, давай с тобой, Сережа, познакомимся с девочкой и с ее мамой, которые так чудесно спели колыханку. Ну, познакомься с девочкой. Как тебя зовут? Меня. Нет, тебя как зовут? Его зовут, как тебя зовут? Сережа, а тебя как зовут? Вика. А фамилия твоя? Молчин. Вика Молчин. А я Бронников. А ты Бронников. А у тебя мама поет. Это прекрасно, когда мама поет. Мама, которая поет. А ты поешь вместе с мамой? Да? А что ты поешь? Поет она вас песни? Она поет колыбельные. Помнишь, мы с тобой снимались на колыханке, да? И я знаю, что она еще поет песню про фруктовые часы. Помнишь, Викулечка, мы с тобой, это я сама сочинила эту песню, и мы постоянно дома ее репетируем, да, и скоро мы ее обратно вам покажем. Ну, я думаю, что в следующей передаче, Викуля, ты нам споешь эту чудесную песню про фруктовые часы. А дети с удовольствием послушают, особенно вот такие озорники. Ну, а сейчас, Танечка, что вы нам споете? А сейчас я бы вам хотела спеть песню «Запали мать и свечу». Ну, давайте послушаем. Давайте? Послушаем. Алексеевна, нам вельми много пишут, глядите, кольки листов. Але больше из них про то, что вот куды поехать отпочить летом, мамам с детьми. Так, Марья Петровна, это великая проблема. Коли сварятся дорослые, то больше за все достается детям. Так и в нашем былым громадстве. Треба, конечно, что-то придумать. Нечто надо придумать. Коли мы не подумаем про наших детей, то кто это лучше сделать? Вот вы зараз, наша мама. Может, вы подумаете? Вот я и подумала. Так. Вот и надышло яно, долгочаканное лето. После долгой зимы так хочется погреться под теплыми промнями солнца, удыхнуть водор кветок и трав. Але, на жаль, знов по народных прикметах лето обещает быть у нас дождливым и не вельми теплым. И тому самый час продумать про отпочинок на березе мора. Вот эти кадры сябры знакомить вас с Румынией, якая гостинно запрошая нас на свои курорты. Ты хочешь быть ведущим передачи? Да. Хочешь быть ведущим? Ну давай, ты вместо меня немножечко побудешь ведущим передачи, хорошо? Вот давай с тобой познакомимся. Это господин посол Николай Стэни. Очень приятно, очень приятно, Сережа. А это первый секретарь Троян Бардиянов. Да, вот. Это моя фамилия, имя и сотрудник господина посла.
И назови, пожалуйста, меня Колем, да? Давайте, я тебя, Сережа, да? С вашим позволением, конечно. Конечно, конечно, как же. Можем. Я думаю, что наша молодая республика Беларусь, вот в лице Сережи, будет дружить с вашей страной, которая имеет очень древнюю культуру. Республика Беларусь. Вот передача о Румынии представляет вот такой молодой парень. Да. Представитель молодой республики. Республики, который уже побывал в Румынии. Да, который еще побывал в Румынии. Будем подходить. Поэтому я думаю, что это действительно символический момент. Сережа. Расскажи. Расскажи про Румынию. Пожалуйста. Ну, расскажи всем зрителям, всем детям про Румынию. Слушаю. Вот я ездил в Констанцию. Ходил в аквариум, в дельфинарий. Вот, а там интересно, да? Там. Купался в море, загорал. Там. А как тебе море понравилось? Какое там море? Оно синее. Синее море. А ракушки, помнишь, как мы ракушки собирали? Да. Мы с моей бабушкой Валей, мы собирали ракушки. И мне там очень понравилось, я хочу еще раз туда съездить. Вот еще очень приятно. Скажите, пожалуйста, недавно состоялась встреча на высшем уровне глав государств наших стран. Вот какие мы добрые плоды можем собрать после этой встречи в плане экономическом и в плане культурном? Знаете, я очень рад вашим вопросам. Потому что это дает мне возможность сказать, что это новая встреча, это продолжение тех уже довольно многих встреч, которые были даже на высоком уровне между руководителями наших стран. И поскольку я знаю, эти встречи были довольно плодотворные. То есть мы до сих пор, конечно, очень много делали в наших отношениях, хотя мы установили дипломатические отношения не так давно, но уже кое-какие шаги очень важные мы предприняли, и румынская сторона, и белорусская сторона, что касается и развития политических отношений, и экономических. Да. Меня как раз больше, конечно, интересует, поскольку я режиссер, вопрос культуры. Вот ваша страна очень богатая, с огромной культурой, древней, даже еще от древних римлян идет. И, конечно, было бы очень здорово, если бы мы обменивались своими культурами. Я думаю, что и для вас наша бы культура представила какой-то интерес. И, кстати, ваш вопрос. Я раньше говорил о нашем сотрудничестве в других областях. Я просто пропустил напомнить о том, что мы тоже уже заключили договор или соглашение сотрудничества в области культуры, науки, спорта, туризма. То есть это такой документ очень обширный, который охватывает вот все эти сферы. Я думаю, на основе этого договора, этого соглашения, есть все возможности расширять наши контакты. Конечно, желание это решение ваших граждан, куда отдыхать, на побережье Черного моря, в Румынии или в других местах, но на всяком случае мы были бы очень рады, конечно, если ваши туристы, и поскольку я знаю, уже довольно много. Вот мой сотрудник занимается консульскими вопросами. Да. У него довольно много хлопота насчет виз. Правильно, подтверждается. Очень много каждую неделю. Туристов, которые хотят. Белорусские. Белорусские, которые хотят. На отдых. Да, конечно. Thank you.
Ну, мы тут уже много говорили, так сказать, о поездке в Румынию, уже сделали такую рекламу. Что бы вы хотели еще сказать и какие у вас вопросы или пожелания? Ну, кроме того, сказать, что сказал Сережа, глустами ребенка всегда глаголит истина. По-моему, добавить уже не да. Я думаю, что да. Ну, действительно, этот разговор, он своевременен, потому что, поскольку я отправляю уже, вот второй год мы собираемся сейчас отправлять на Румынию, то бывает иногда люди даже задают такой вопрос, а в Румынии разве есть море? Поэтому вот, действительно, такая есть, информация была очень полезна, и встреча полезна. В этом году мы тоже приглашаем всех, кто с нами отдыхал в прошлом году через нашу фирму. И новых людей тоже приглашаем поехать с нами, посмотреть эту чудесную страну, увидеть это море, эту природу и этих хороших людей, очень хороших, отзывчивых и добрых людей. Вы знаете, для тех, которые, ну, может быть, они не сумели, конечно, не имели возможности познакомиться, спрашивают, есть ли в Румынии море. Хочу сказать, что 236, если не ошибаюсь, километров, значит, протяженность, значит, граница Румынии, значит, это Черное море. Ну, спасибо вам большое. Вот от нашей передачи мы хотели бы вам подарить наш белорусский такой вот сувенир. Это вот как раз память о нашем, маленьком море Нарыч. Поскольку этот год объявлен ЮНЕСКО годом семьи, и, конечно, все мамы, это такой уже у них... Ну, как это сказать? Задачи или обязанности. Задача, обязанность, да, своих детей вывести куда-то отдохнуть, оздоровить своих детей. Вот ваша фирма этим занимается. Вот куда бы вы еще могли предложить поехать нашим мамам, нашим семьям? В общем-то, недорого отдохнуть в какой-то стране. Мы можем еще рекомендовать, кроме отличного, чудесного отдыха в Румынии, еще есть, мы отправляем туристов в Италию, Францию, Грецию. Я считаю, что цель работы каждого туристического агентства – это не только прибыль, которую, кстати, мы почти не закладываем, а это именно оздоровление. Как приятно, когда люди, вот, которые в прошлом году отдыхали, они звонят, приходят, они такие довольны. Когда мы опять поедем? Куда мы опять поедем? То есть вот это, я считаю, что тогда цель моя достигнута, моей работы. Ну, спасибо вам. Я считаю, что вы занимаетесь очень благородным делом, благородным, во всяком случае, бизнесом, туризмом и оздоровление детей. А скажите, ваш сын вам помогает? Это ваш сын? Как его зовут? Как тебя? Дима. Дима. Помогаешь маме, да? Приходится. Не в смысле приходится. Не то, что меня кто-то заставляет, а, ну, вот, во-первых, у меня учеба связана с этим. Я учусь в Академии управления на факультете менеджмента. Учусь на будущего менеджера, и поэтому опыт какой-то набираю. То есть для вас уже это хорошая практика. Но вот такой семейный подряд, который так долго пропагандируется в нашей стране, я думаю, что это очень хорошее, доброе дело. Ну что ж, я тебе пожелаю только успехов, и это очень хорошо, когда сын помогает маме. Вот, ну а сейчас давайте посмотрим тогда вот ролик про Грецию. Все-таки это красиво, хоть это может быть и просто посмотреть, но хотя бы, чтобы иметь представление, что это за страна. И даст Бог, может быть, потом это будет массовым туризмом. Дай Бог, конечно, нам всем.
Нарешті на дворі стала тепло, весна, потім лето, і кожній дівчинці, дівчині, жанчині хочеться бути пригожей і жаданою. Калі ласка, поглядіть на гэтыя моделі. Одразу нельга спыніцца на якой-небудзь одной. Усе яны прыгожыя, арыгінальныя, зробленыя з густам і любоўю. Такія касцюмы спыняць на вас погляд не толькі жанчын. Лёгкая паходка, крышачку гарэзлівы позірк з-пад апушчаных павек, адзін з гэтых касцюмаў і мужчына ваш. А калі гаварыць сур'ёзна, думаю, вам падабаюцца гэтыя мадэлі. Хочу додать, что яны еще и вельми танные. Багаце фарбов и фасонов, якое задоволить самый вытанченный густ, створили у фирмы компании. Так само тут сподобался один костюмчик. Треба примерить. Ой, забылася. Наша ведущая, Ольга Алексеевна, придумала новую рубрику «Споткание под пальмой». И, конечно, с мужчиной. Мама есть мама, але без таты не обыдемся. Ну, вот. И сегодня первое споткание с кандидатом технических наук Николаем Сержановым. Николай Иванович, добрый день. Извините, я опоздала. Но женщине, по-моему, конечно, можно чуть-чуть опаздывать. Ну, я хочу вам сказать большое спасибо за те модели, которые делает ваша фирма. Они действительно изумительные и на каждый день очень хороши. И, в общем-то, недорого стоят совсем. Я рад, что вам они понравились. А вот у меня к вам такой вопрос.
Вот вы кандидат технических наук и стали заниматься, в общем-то, не технической отраслью. Вот как у вас так получилось? Ну, вы знаете, сейчас такое время, что, видимо, многим приходится пересматривать свою жизнь и работу. Вот. В свое время я занимался вопросами, которые были весьма важными для государства, обороны. Но я постоянно испытывал, что ли, чувство неудовлетворенности от того, что я не видел конечных результатов работы. Сейчас, в общем-то, ситуация поменялась. В каком плане? Что сегодня мы все, мне кажется, должны работать на человека, на конкретного человека, не вообще на государство, а на человека. И вот в этом плане меня сегодняшняя работа удовлетворяет. Да, я думаю, что самое лучшее – это делать наших женщин красивыми, счастливыми, по-моему, благороднее или нет. А скажите, а кто у вас моделирует вот эту форму одежды? У нас работает постоянно над разработкой новых моделей модельер. Угу. Кстати, она тоже пришла из микроэлектроники. Области техники. Да. Так что, наверное, здесь что-то в этом есть. Все-таки в этой отрасли хорошие специалисты, способные решать серьезные задачи в любых областях. Угу. А какие у вас есть проблемы? Проблемы, наверное... Только у нас... коротко о проблемах. Это мужчины любят говорить о проблемах. Проблемы, наверное, можно говорить, как и у всех. Вот. Это та же инфляция, те же налоги. Они все известны, и, наверное, в этой передаче об этих проблемах не очень интересно говорить. Самое главное, что ваши товары пользуются большим спросом, они тут же раскупаются. Вот самое главное. И давайте обратимся к нашим телезрителям. Если кому понравился показ наших моделей, то просим писать на нашу передачу «Воскресное кафе «Моя мама» с вашими пожеланиями. И я передам вам, и я думаю, что это будет всем очень от этого хорошо, и ваш эфир, и нашим зрителям. Спасибо, мы с удовольствием их рассмотрим, эти предложения. Угу. И я думаю, это пойдет на общую пользу всем. Большое вам спасибо. Я думаю, что эта наша встреча не последняя. Я приветствую всех пап, которые работают и приносят радость нашим мамам. Ну, а тебя как зовут? Голедвинский. Как? Голедвинский. Не поняла. Егор Литвинский. Егор Литвинский? Да. Егор или Егор? Егор. Ой, какое у тебя красивое имя, Егорушка. А мама тебе какие-нибудь стихи про Егорушку читает? Да. Да, какие? Ты знаешь про Егора стихи какие-нибудь? Нет. А ты какую-нибудь считалку знаешь? Нет. А анекдот какой-нибудь знаешь? Ну, расскажи. Не расскажешь? Ну ладно, тогда, может быть, твоя мама расскажет нам какую-нибудь смешную историю или анекдот? Нет? Ну давайте на этот раз вы представьте зрителям, кто вы есть и чем вы занимаетесь. А я единственное только скажу, что вас зовут Аня, а фамилия ваша Рытвинская. Да, как и у сына. Я директор фирмы, фирма называется «Ганна», это частная фирма. Основным видом деятельности у нас является дошкольное образование. Полтора года у нас функционирует уже дошкольный лицей. Там учатся дети, занимаются дети с 2 до 7 лет. Мы располагаемся на Славинского, 11. В общем-то, когда создавался этот лицей, то мы планировали создать какую-то свою, сделать свою модель образования, которая будет отличаться от государственной. Простите, я вас перебью. Лицей, да. Это где ходят дети дошкольного возраста, да? Да, это с 2 до 7 дошкольный лицей. Угу. И я думаю, чтобы рассказывать о вашем лицее, так называемом детском садике, конечно, лучше поехать и посмотреть, как у вас это все происходит. Так что я думаю, что сейчас мы вместе с телезрителями погостим у вас несколько минут в вашем садике. I would like to live with you. Come all right. Here. All right.
Да, рослая чисто Марта звонится у детинства, хотя бы на хвилинку. А нашей творчей группе в дошкольном лицее номер 70 предоставили махчимость быть детьми ажно целый день. Мы познаёмились с маленькими лицеистами, разом выдавали город, пели песни. А які смачны мы ели йогурт и шоколад, як ніколі. Вы ж ведаеце, як бывае смачна есці ў незвычайных умовах, асабліва ў басейне. Наша вядучая адчула сябе сапраўдным дзіцём. Глядите, ну хіба ж не ў дзяцінстве мы так кідаліся мячом, пырскаліся, смяяліся і шуткавалі. Нас запрашалі станцаваць блюз, але, праўду кажучы, у нас здольнасці не хапіла. Але нашы маленькія сябры паказалі нам, як гэта трэба рабіць. Якое задавальненне мы атрымалі ад гульні за камп'ютарам. Праўда, і тут нашы маленькія сябры нас абскакалі. Мы дарослыя, нават не ведалі, з якога боку да яго падысці. Дзень быў цудоўны. Мы хацелі стаць дзецьмі, а дзеці дарослымі. Ці можа гэта наша памылка лічыць, што галантнымі, сапраўднымі мужчынамі і жанчынамі можа быць толькі дарослы чалавек. Глядзіце. Як дзеці стараюцца ўправіцца з ножом і відэльцам. Няхай яшчэ не ўмела, але так стараюцца. Петровна кудысьці збегла, напэўна, збірацца ў Парыж альбо ў Грэцыю. На гэтым я з вамі развітуюся, жадаю вам всяго добрага і чакаю вашых лістоў з прапановамі і пажаданнямі. Пока!